Сегодня у нас 14 июня 2016 года. Вот детский простан Алагестан. Детишки работают. Так, девочки, не стоим. Не стоим, работаем, собираем. Собираем кору. Вот мальчики маленькими пальчиками уже приучаются к труду. Вот, сразу побежали. Кто-то пилит. Вот уже поленница уже за 3 дня у нас какая образовалась. Руки хорошо мойте. Вот наш библейский православный сайт. Так, тихо, ну что вы забыли? Забыли, где находится полотенце ваше? Около меня самый маленький должен становиться. Боже милости, будь не грешными. Создавыми Господи, помилуй меня. Ваня Селдон. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй. Очи всех на Тебя, Господи, уповаю. Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь, и Ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя. Слава истинному Христу во веки. Так, сразу разбор делали, как ты видишь. Пилу надо натащить, это моя работа. Ко мне притащите. Когда я говорю, никуда не отвлекайся. Так, у ней это Софья у меня, а это Маша, да? Я правильно сказал. У нее юбка трехэтажная, а вот та и двухэтажная. Понятно. Платочки показать. Ну-ка, платочки показывай. Платочки. Ну и все, и нету. Дуй во все лопатки. У кого нет платочка, бежать. Все, за стол. Работали неплохо. Так, по пути захватываем кастрюльки, хлеб. Вот. Давай, выходи туда, да, 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 затяни. Ну, пойдем, пошли. Давай, бери, бери. Я вот это сломал. Чуть-чуть. Какой ты сильный. Вот так. Да не сами пройдут. Пошел по траве, иди по дорожке, запутается нога в этом и все. По дорожке иди, а то замучился. Отпусти их, руки. Пусть один за одним идите. Гуськом, вот так. Вот так, по дорожке ровно. А так ты их тащишь по сторонам. Ребенки, вода простая? Не-не, там все тащите, все, что вынесено, все тащите. Кирилл, там, Кирилл, стороны. Помогай тащить, ну, кастрюльки там все. Нестор, кастрюльки, человека. Помоги принести. Так, еще неделя пройдет, через неделю приедут Загуляева. Да, сразу четверо, наверное, приедут. Наши девочки. Наша девочка одна музыкальная очень. Она первое место в Алтайском крае держит. У нее, я забыл, 90 с чем-то грамот только. Пузырьки не пускай. На всех конкурсах победительница. Вот она приедет сюда, увидите, какие они. Крестик у тебя на виду. Значит, ты матушка Ксения у нас уже. Крест на виду у монахинь только, которая настоятельница монастыря. Вот так должно быть она. Смотри, как у нее вот, вот закрыто. Вот так должен быть закрыта подбородка. Ребята, вы что, пускаются? Что-то сделать надо, чтобы поплотнее было. Крестик надо, чтобы подлиннее. Веревочка была. Вот ребята подносят.
мы сегодня пораньше уйдем, потому что деревенские раньше выходят вытащить. И сразу заводить их, двух оставить с этой стороны, а остальных за мост. Как заходишь за этот, за тоннель, ты там все свалены, чтобы они выкидали на дорогу. Сегодня, да, работы меньше будет. Мы сегодня должны закончить. Тогда у нас будет огород до обеда. Вон, смотрите, трактор ездит. Он что делает сейчас? Или сеет он, или что-то там обрабатывает. Вон. Эта земля была у кого-то, он ее отдал. Кто-то купили ее, видите как. Давайте за стол помолимся. Господи, это место да будет благословенное. Благослови трудящихся на поле, и приезжающих и отъезжающих, и помогающих, и воззри на врагов. Запрети им делать недоброе для нас. Тебе слава за все, Отец, Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, за стол садитесь. А палатки еще забыли постелить. А где палатки? Внесите, внесите. На что не взяли? На столе. Почему палатки не взяли? То есть сторонние везде. Ну, не, ребенок побежал. То есть сегодня еще где палатки были здесь. Палаток нет, и решаешься еды. Понял? Да. Все. А где они вообще лежат? Сейчас брать, они на вещевом. На вещевом. И ложи в определенное место. И стряхивай каждый раз. Вот нужно обязательно отпнуть. Вот тогда допнул, делает. Нет, заросло травой. Русский человек может работать, но из-под пинка. Активных мало, потому что всех раскулачили, убили. Активных людей погубили. Их умышленно убивали и убивали. 10 миллионов крестьян убили. Самых лучших тружеников страны. Там не ходи, Фрося. Не ходи, там пыль. Фрося, вот эта дорожка. Так, принесите сейчас же больше травы. Вон там, да. Так, правильно. То, Лена, бери травы сюда. Разбросайте траву везде, везде, везде. Травы принесите. Кто свободен? Травы наберите кучу. Кучу травы. Берите сюда, несите. Давай палатки. Сейчас везде траву расстелим. И берите вот отсюда траву, носите. Расстилайте, по ней ходите. И не будет здесь пыли. Давай. Да не бойся, бери. Не бойся, ничего не будет. Она крапива-то уже потеряла силу. О, это давно надо было сделать уже. Рассылайте везде, где между столами. А какой аромат-то будет? Ау. Ну что, жнет или боится, еще стоишь на земле. Так, убери с дороги палатки. Да больше бери, больше. Ну что ты взяла столько? Смотри, палатки еще не все. Рассылайте. Все это. Под палатку везде настелите. Палатки уберите сначала, настелите. Бегом, беги, тащи больше травы. Травы полным-полно. Руками собирайте ее. У нас совсем другая обстановка будет. Во. Раньше как-то тут у нас поле травы не было, что мы не делали раньше-то. Давайте. Вон, вон, Тимофей, вон где, Игнатий Иванович, бери там. Какая очередь? Ну, я вижу. Нестор, молодец. Целую копну несет. Ну, бери, побежала, еще захватила маленько. Вон туда ребята бегут зеленые. Могла сделать маленькую. Бегом туда, беги за травой. Вон та работает, бегай, Маша, быстрее. Смотри. Бери тогда трактор. Постелишь сама себе. Вот, давай. Это трава. Постилайте.
Слава тебе, Господи. Все у нас есть. И травы хватает. Расстилай палатки быстрее. Расстилай здесь. На пол... Вот, кидай здесь. Так не хватит на свет туда. Ну, расстилай. Молодец. Давай, с той стороны зайди, вошну по щели, дай мне маленько. Пойди туда, туда. Пойди. Нет, давай, сейчас поможет. Что там будет? О, обходи туда, ну ладно. Вот уже победители. Положи туда. Другой ребятишкам растили вот сюда. Вот. Ну зачем ты убрал? Я говорю, зачем ты меня завернул? То убери. Вот так я скинул, тут... ты начинаешь подправлять. У нас две всегда тут. Все? Все. Ты только обдумай, что делается. И тебе не надо. Все уже. Это делать. Лишнее считай. Только выполняй. Палатка освободилась. А вот там вдвоем сидите, там больше никто не сидит. У нас две всегда тут было просто. Не надо. Нормально, нормально. Другая палатка на ту сторону. Это лишнее. Так, за стол. Подавайте. О, в ложке у меня что? Значит, трава сухая и зеленая трава. О, ну-ка. Вот что мне наложили сегодня. О, на хлеб еще трава. Вдруг ядовитая, не ешьте ее. Нестор, не вот ходи тут, не ходи. К кем? К ослам. Осел трудолюбивое умное животное. Мы ослы все. Давайте. Никита. Если комары головы едят, можете надеть фуражки. Не отбивайся. Давайте. А, дежурные, Все, давай, быстрее за стол. Давайте. Натик, положите вот себе. Вот, а осталось же лишнее. Осталось. А? Положите себе на камни. Поднимите кому половинку вот. Первого. Да это я сделаю. Не лезьте ко мне лишний раз. Я да просто она лишняя осталась. Кому половинку? На стол не облокачивается. На стол не облокачивается. Облокачивается это бесстыдный человек. Почему написано, что здесь облокачивали на стол. Ребят, повторяю, поднимите все, на половинку. Я сегодня, я вторую. Так. Так. Подавайте. Первого, это... Так, дежурный. Быстро. В первую очередь старше. Ну, как придумали, сидеть, сиденье. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Давайте все вместе перекрыть. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Аминь. Ешьте до сыта. Вы у меня работники настоящие. Так, мне это, компот или что-то налей кружку, чтобы размачивать хлеб. И вообще три кружки налейте всем. Всем. Мы закрылись от комаров. Чай? Держи. Что-то тучи большие. Не нравится мне эти тучи? Володя, объясни, что у нас на первое? Суп молочный. А второе? Из я рожек. А что там такое желтое? Это рожки. Я тебе дали, вам что? Это что, картошка там? Вроде бы. Это тетя Люба делала, я не знаю даже, что надо. Надо узнать, что такое. Может, картошка, может, а то помрешь и не знаешь от чего. Вот этот суп разрешается крошить куриные яйца мелко нарезанные. Так, я не сказал, она бы сделала теперь это. Теперь хочется половинку. И ты. Так, кому там первый должен? Для Никите. Так. Поставь. Для Никите. Или у тебя половинку? Нет, мне столько хватит. Половинку? Ну, да мне столько хватит. Никита.